взрослой жизни рано. А вот сейчас бы убежать, в детство убежать. Как хочу к тебе прижаться, мама, и папе тайну рассказать, тайну рассказать. Вы простите мне разлуки, грешность. Время закрутило, занесло. Пусть хранят ваш дом любовь и нежность. Они из детства моего, детства моего. Помолимся за родителей, за всех живых и небожителей. И в час, когда станет холодать, их души свечами согреть. Помолимся за родителей, ангелам нашим хранителям. Помолимся, и когда-нибудь помолятся дети за нас. Я давно мудрее стал и старше, но лишь сейчас одно постиг, истину постиг. Дай вам Бог уйти минутой раньше, своих детей давно седых, нас давно седых. Простите мне разлуки, грешность. Время закрутило, занесло. Пусть хранят ваш дом любовь и нежность. Они из детства моего, они из детства моего. Помолимся за родителей, за всех живых и небожителей. И в час, когда станет холодать, их души свечами согреть. Помолимся за родителей, ангелам нашим хранителям. Помолимся, и когда-нибудь помолятся дети за нас. Помолимся, и когда-нибудь помолятся дети за нас. Это моя любимая песня в репертуаре Сосо Павлиашвили. Правда, сейчас пел не он. И вот, ну, привыкли мы улыбаться, когда Оксана Домнина и Марат Башаров на льду. Они всегда приколятся. Всегда сделают что-нибудь такое, ну, не смешное, а веселое, вызовут улыбку. А сегодня эта песня не располагала к иронии, не располагала к юмору. И они были серьезны, и они были впечатлительны, то есть на нас впечатление произвели. И они откатали свой номер без единой помарочки. Я бы еще отметил, как Оксана Домнина бережно относится к своему партнеру. Ледниковый период умеет удивлять. И не случайно сейчас мой коллега Владимир отметил, что мы привыкли. Мы действительно привыкли к несколько другому настроению, которое формирует у зрителей Домнина и Башаров. Сегодня это было неожиданно, сегодня было необычно, и это было классно. Башка, слушайте. Башка уже не поменяла. Оксана Домнина и Марат Башаров. Оценки за технику. Все 6-0, средний балл 6 баллов ровно, оценки за артистизм. Все 6-0, средний балл 6 баллов ровно, общий балл 12 баллов ровно. Татьяна Анатольевна. Ну и прекрасные слова, прекрасная песня. Катали они очень проникновенно.
Я думаю, что каждого из нас, как берет настоящее что-то, в данном случае песня, так и сейчас нас взяла. И их исполнение, и песня. Считаю, что очень хороший подход. Спасибо. Спасибо. Сереж. Вы, конечно, так расшевелили нас. Такое прям состояние. У Марата дар от Бога, актерский. Я каждый раз на его лицо посмотрю, и сразу плакать хотелось. И Оксана тоже прямо правильно прочувствовала, правильно отыграла эту роль. Но я не думаю, что вы играли. Я думаю, вы чувствовали, и мы это чувствовали. Я два раза прямо доходила до слез, я прям переставал смотреть. И на серьезной скорости вы это прокатали. На серьезной скорости, что тоже очень завораживает, и ощущения очень сильные. Спасибо. Спасибо. Танюш. Мне тяжело сейчас комментировать этот номер, конечно, потому что номер прекрасен. И я просто знаю каждого человека там сидящего. И, к счастью, мои родители живы, но у каждого человека... кроме Макса. Макс, прости, пожалуйста. И у Оксаны, и у Марата, у Саши Жулина, и у Игоря недавно ушла мама. Вот, поэтому я не представляю, как тяжело вам было сегодня здесь это все катать, и слышать, и видеть. Но это потрясающий номер. Спасибо вам огромное. Вся команда настолько талантлива, и спасибо вам еще раз за этот номер. Спасибо. Давайте все-таки поставим и восклицательный знак, потому что 12 баллов и жирную точку — это история. Давайте закончим, потому что наши родители хотели бы видеть нас не страдающими, а улыбающимися. Спасибо. Оксана, Марат, очень сильный номер, который трогает до глубины души, до слез. И для вашей пары действительно не существует вообще проходных номеров. Как вы вообще подходите, насколько ответственно к выбору музыки, образа, в котором предстанете в каждой передаче? Конечно, мы всегда подходим с очень большим вниманием. Хотим быть разными, хотим быть веселыми, интересными и в то же время вот такими, какими мы сегодня были на льду. Мы любим, мы говорим спасибо, и, конечно же, мы безумно волновались, потому что это тема, которая просто раздирает душу. Вот. Марат, а для вас что значит этот номер? Конечно, это низкий поклон и огромная благодарность нашим родителям, бабушкам, дедушкам. И хочется также, чтобы наши дети также относились к нам, чтобы наши внуки относились также к нашим детям, чтобы вот эта связь никогда не пропадала, не исчезала. И мы хотим сказать большое-большое спасибо за уважаемому жюри, за такие высокие оценки, спасибо зрителям, спасибо нашим родителям. И хочется всем сказать: ребята, звоните чаще своим старикам, своим родителям. Золотые слова. И я их повторю вслед за Маратом Башаровым. Если ваши родители живы, оказывайте им внимание, звоните им.